чемпиона. Это новое упражнение на нашем канале, где сочетается движение браса и кроля. Назовем его... Крабс. В этом упражнении мы занимаем максимально горизонтальное положение, делаем грибок брасом, не поднимая головы для вдоха, и после грибка брасом мы делаем грибок кролем со вдохом, при этом сохраняя оптимальное положение тела. После грибка брасом нужно опереться грудью на воду. Должно появиться ощущение, будто вы скатываетесь с горочки. При этом ваше тело лежит максимально горизонтально и высоко к поверхности воды. Я тебе говорю, вкладывай глубже, иначе ты не скользишь просто. Вот и я о том же. Когда вы делаете грибок брасом, потом делаете грибок кролем, вы вкладываете на ту же глубину, что изначально оставили руки после грибка брасом. Тогда ваше тело еще более горизонтальное положение примет. В идеале после выполнения грибка брасом ноги можно выключить. Ведь мы уже перенесли центр тяжести вперед, остается только скользить. Крабс постепенно завоевывает сердца наших подписчиков и зрителей. Его уже нельзя искоренить, потому что это классное упражнение на отработку баланса и классное упражнение на глубину вкладывания. Важно при совершении вдоха не поднимать голову, только поворачивайте ее по оси. Вы уже лежите достаточно высоко. Так ведь я уже каждое утро просыпаюсь и с мыслью о крабсе. Думаю, как бы сегодня пойти в бассейн, поплавать, это упражнение. Этот крабс уже покорил нас. Делать это упражнение лучше в начале тренировки. 300-400 метров помогут отлично почувствовать положение тела в воде. А вы знали, что молочко одуванчика залечивает раны очень быстро? Но не так, как крабсовое масло. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Колокольчик!